мне кажется, Украина уже победила, потому что она разрушила вот эти планы, на которых, собственно, была построена вся философия этой войны. Быстрый, победоносный, подтверждающий величие режима, страны, так сказать, государства, как угодно можно назвать это. Эти планы разрушены абсолютно. И в этом смысле это первое. И второе, Украина была и останется государством. Потому что план был разрушить ее как государство. И Украина одержала победу уже. Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. И своим чередом, там все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Ну, все, вы видите, достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Потерь в вооруженных силах России нет. Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу. По скоплению запасов материальных средств, мы видим только буквально последние сутки, когда они пытались нанести удары и наносили удары, в том числе и хаммерсами. Причем наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145. Ну, там сейчас идет расчет. Там идет расчет уже... что пока предыдущий, там на грани поражения, там 92 километра. Да, поэтому я скажу, что уже надо понимать, что, видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо понимать, будут все равно поставлять. Им поставят все. Все. Им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и абрамсы в свое время придут. Все, им все дадут туда все. Придут, либо до конца добить. Я здесь полностью согласен, и к этому надо готовиться. Посмотрим, как, например, может выглядеть сценарий по, собственно, захвату Прибалтики. Наносится массированный российский радиоэлектронный удар. Радары натовские слепнут, ничего не видят. В это время на территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты. Калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Суалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО и Польшу от прибалтийских стран. В Таллине, в Риге, в Вильнюсе вдруг появляются вежливые люди, которых радостно приветствует местное население, которое не приветствует, оно просто... попряталась и закрылась квартира. А Польшу можно поставить на колени за один час. Конвенциональным оружием, вернув ее в каменный век. 50-60 стратегических объектов могут быть уничтожены за 20 минут. И Польши нет. Там больше ничего не будет. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все. Она вернется в каменный век. И для этого не надо вводить войска. То есть если будут военные действия, России не надо тратить жизни, чтобы танки шли на Варшаву. А что там искать? Ну, что искать, это уже знаем. Не зачем. Уже. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности? Если сейчас американцы поставят системы ПВО, такие как Патриот, и сумеют закрыть небо при такой политике, военной политике, а это не армия, я подчеркиваю, это чисто 100% политическое решение, то, смею вас заверить, мы потеряем сильно и в системах возможности ведения разведки, и в возможностях нанесения адекватных ответных ударов. И враг, мы потеряем господство в воздухе. А дальше вопрос уже техники. Шансов в этих условиях на успешное завершение операции у нас будет немного. Я в серьезной тревоге, очень серьезной тревоге. Нам сказали, идите лесом. Ну мы и пошли. Ну мы и идем до сих пор. Дело в том, что прибалтийские страны — это такие наиболее кусачие натовские клопы. При хорошем темпе наступления это 3-3 дня наступления. Геополитически не повезло им быть такими злобными русофобами прямо на границе с Россией. А разговоры про конвой через территорию Литвы — это фактически начало операции по деблокаде по Суалковскому коридору. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. 1,5-3 дня. 2 дня. А потом падение города. Уничтожило за пару дней. Сутки еще будут продолжаться. Да, еще, я думаю, да, процесс идет. 2-3 дня.
Вот, не более того. То есть проведение наступательной операции. При хорошем темпе наступления это 3 дня наступления. И мы уже... Военная составляющая такая. Если НАТО реально вступит в войну, то удержать Калининград мы не сможем от слова совсем. Вот просто совсем. Не, ну понятно. Атаковать ее будут со всех сторон. Там с 3 сторон Польша, с 4 Литва. На море, на Балтийском НАТО обладает подавляющим преимуществом. И в воздухе тоже. То есть там наши части и соединения смогут только героически погибнуть вот, в боях с превосходящими силами противника. И осталась уже какая-то самая малость для того, чтобы перейти эту красную черту. Поэтому все понимают, что следующий виток эскалации это будет только уже ядерный этап. Дальше за этой красной чертой уже просто разговор должен быть совсем другой. У нас нет возможности, мы страна, которая сейчас воюет против всего западного мира, и мы не имеем таких ресурсов, чтобы общевойсковыми средствами победить там блок НАТО. Но у нас для этого есть ядерное вооружение, мы его создавали специально для таких ситуаций. Ничего, ни черта не боятся. В этом-то и проблема вся. От этого все и идет, что они, сволочи, перестают бояться, они повышают ставки. Поэтому они говорят, это там, да, мы против, но вообще, на самом деле, если они по Москве долбанут, то мы вообще и не против. Понимаешь, не боятся они ни черта. В этом-то и проблема вся, что они не боятся. А надо сделать так, чтобы этой сволочи боялись. В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Он, Игорь Коношенков, транслирует уверенность каждый день по несколько раз, заряжает таким эмоциональным, так сказать, драйвом всех остальных. А представляете, что это такое? Продолжаем фиксировать передвижение российской техники на оккупированных территориях. Теперь Луганская область, автостанция Лутугина. Местные жители зафиксировали на видео 6 ракетных комплексов «Точка-У», которых вроде как нет, и россияне говорят, что их не используют. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. А представляете, что это такое? Делать каждый день, а я представляю. И дальше идем там от Пескова и так далее, и так далее. Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ. А для них это ключевое. Вот он как раз сказал, надо врать. Поэтому как бы ответ на вопрос, вот вопрос даже не в том, готовы, не готовы. Мы не готовы врать. А они готовы. Вот поэтому так и получается. Потерь в вооруженных силах России нет. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри.